на медне молился Господу моему, изливал сердце мое, за Родину ему рассказывал. Я воспитан патриотом, для меня Родина дороже всего. И это ведь мой дом, и дом моих детей, и всех моих предков дом. Я за Родину, что хошь, кому хошь, могу такое сотворить, мало не покажется. Тут ёкнуло, мол, гонишь ты, парниша. А как правильно? Мысль такая меня встревожила. Ведь, любя Родину, я соседние страны, народы, хошь не хошь, а принижаю. Иногда их за врагов считаю. И ракеты-то на них нацеливаю. Мой, берегись, сосед, я знаю, что ты враг. Господь молчит. Я даже не понимаю. Он мои признания как оценивает? Осуждает или одобряет? Я смолк. Внутри чую как-то неровно, как-то беспокойно. Вроде не туда заехал. Что не так, Господи? А он не стал меня вразумлять, просто спросил. Ну ты вот такой патриот и за Родину готов жизнь положить. А как живется тебе? Как живут твои соседи? Народ у тебя на родине как живет? Ну я смутился. Хвалиться особенно нечем. Так, говорю, бывало и похуже. А тут Некрасов, поэт наш, подсел, ухмыльнулся, говорит, ага, бывали хуже времена, да не было подлей. Я сказал аминь по привычке, а потом мысль возникла. Выходит так, что я согласен с Николаем Алексеевичем, мол, так подлейшие ныне времена. Хотел молитву подправить, а Господь уже ушел. Ну, я посидел, помолчал, повздыхал, а вопрос-то не уходит. Как же народ наш живет в самой богатой и самой счастливой стране? Запросил в бюро мирового счастья. Скромно запросил, знаю, что лучше всех, но так, чтобы не выглядело гордо и надменно. Скажите, среди 10 самых классных стран для жизни какое место в России? Ответ пришел быстро. Среди 10 лучших для жизни стран России нет. Опаньки, не может быть. В другое агентство пошел. Вопрос иначе задал. Среди 20 лучших для жизни стран мира какое место принадлежит России? Уж теперь-то скажут. Ответ пришел быстро. Среди 20 лучших для жизни стран России нет. Стало печально. Я не решился спросить о 30 лучших странах. Как-то возникло предчувствие, что и в этом списке нет России. И мысль возникла. Может, нам заняться своей родиной? Леса почистить, реки, озера, души осветить. Вместо пропаганды войны начать пропагандировать мир, перестать воровать, перестать врать, перестать воевать. Может быть, нам не стоит вести войну против Украины, да и в Сирии нам делать нечего. Может, нам заняться своим домом, сделать так, чтобы жизнь в России была радостна и безопасна, чтобы не было нищих, чтобы не было бездомных, чтобы не было войны, чтобы не было сирот, чтобы не ломали церкви, чтобы не садили людей в тюрьму за веру в Бога. Вопросы посыпались, как из рога изобилия. Я их в папочку сложил и к Господу. Вот, говорю, разберись, пожалуйста, и реши все проблемы. А то стыдно мне за Родину мою, за Россию. Господь посмотрел на меня с сожалением, папку не взял, ничего не сказал. Только листок подал мне в руки и ушел. Я развернул листок, прочитал. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? О, дела! А у нас, похоже, истиной только те и занимаются, которые ничего не смогли сотворить с богатством неправедным.